15 августа 2015 года. Запомните эту дату, ведь именно сегодня краснодарский спортсмен-роллер выполнит трюк, который до него еще никто в мире ни разу не делал. Тройной сальто назад на роликовых коньках. Благо популяризации и привлечения новых людей на нашу площадку, я вот решил попробовать этот трючок. Ну, я думаю, после него несколько людей придет к нам и будет кататься, заниматься. Разгоняется Гриша. Григорий Лобко сегодня вершил историю в мире экстрима. Он пробовал сделать тройное сальто назад на роликовых коньках. И я считаю, на мой взгляд, у него весьма получилось. Он с небольшой помарочкой приземлил этот трюк и уехал. Поэтому, я думаю, трюк зачтен.